Трогательная и волнительная мелодрама «Махаббатым Жрегмде» начинается сегодня на канале «Хабар». На протяжении 12 серий юная пара будет переживать все радости и печали первой любви. В главных ролях двое дебютантов. Сегодня в ожидании премьеры актеры признались, что, играя своих героев, научились лучше понимать жизнь. «Любовь всегда в моем сердце» — так переводится название фильма, и именно так думают Дастан и Камшат, встретившись в большом городе. Но с каждым днем отношения становятся все сложнее. Обеспеченные родители юноши считают его чувства к простой девушке из аула мезальянсом. Исполнитель главной роли говорит, что сыгранная драма и в нем самом открыла новые грани. «Я никогда не любил, так сказать, по-настоящему. И для меня все это было впервые, вот это все чувства почувствовать, ревность, ссоры, там, ну, взаимоотношения эти, разборки сами по себе. Ну, все это было сложно для меня, но, вы знаете, режиссер хороший. Вот, с помощью его подсказок, и я, ну, могу сказать, что почувствовал, по крайней мере». Сюжет закручен мастерски. Режиссер Аскар Узабаев и продюсер Гульнур Мамасарипова сделали все, чтобы зрители вместе с героями плакали и смеялись. Юная Гульназ Жоланова говорит, что за время съемок сделала свои философские выводы из непростой ситуации, в которой оказалась ее наивная героиня. «Если, конечно, таким наивным девушкам встретятся хорошие люди, да, это же как бы все равно удача, да, как жизнь сложится, то тогда, я думаю, в принципе, быть наивной и ходить в розовых очках – это не совсем-то уж плохо. А учитывая то, что у нас жизнь большая, и не все люди бывают такими, и как бы, учитывая, все люди разные, как бы, смотря на это, да, лучше быть, наверное, уже реалистичной, как я». Закончится ли история непростой любви хэппи-эндом или суровый мир сильнее нежных чувств? Смотрите новый сериал по будням после выпуска новостей. Татьяна Напольская, Влад Шишко, Алматы.